Волонтеры из Чувашии побывали в Волгограде. 8 студентов чебоксарских вузов приняли участие в первом молодежном межрегиональном добровольческом слете, который был посвящен 70-летию Сталинградской битвы. После возвращения участники поездки посетили среднюю школу номер 36, где находится музей боевой славы Сталинградской битвы. Впечатления от поездки слушала и наша съемочная группа. На один день Волгоград получил свое военное имя. В Сталинграде молодые люди приняли участие во всех значимых мероприятиях, которые проходили в дни празднования 70-летия исторического сражения. В военном параде частей Волгоградского гарнизона посетили музей «Панораму. Сталинградская битва». Для участников слета были организованы экскурсии по местам, где проходили кровопролитные бои за дом Павлова, Мамаев курган. По словам участников, поездка была эмоциональной. На встрече с ветеранами многие плакали. Нам очень помогла эта поездка окунуться именно в атмосферу Сталинграда, почувствовать на себе, как людям жилось в тот момент, как им было плохо, что они испытывали. Мы ходили на экскурсии в музей «Панораму». На Мамаев курган. То есть мы бывали на всех местах, в принципе, на всех исторических памятниках. И действительно, то есть те эмоции, те чувства, которые испытывали во время войны, мы испытали на себе. Мы еще до приезда в Волгоград снимали ролики про ветеранов. То есть мы ходили к ним в гости, расспрашивали их, то есть сами могли увидеть их вживую, поговорить с ними. Они нам рассказывали очень много интересных вещей на самом деле. То, что вряд ли расскажут не вживую. В 36-й школе зал боевой славы был открыт еще в 78-м году при помощи ветеранов, воевавших под Сталинградом. В зале были собраны их личные вещи. Ученики школы два раза в год встречаются с ветеранами. Для музея волонтеры привезли еще один экспонат. Со Сталинградской земли от Волгоградской области привезли сюда, в 36-ю школу, в музей Сталинградской битвы, горсть земли Сталинграда. Вот, и хотим подарить его музею Сталинградской битвы. Почему горсть земли? Волгоградские коллеги попросили привезти это в Чебоксары, для того, чтобы эта горсть земли смогла защитить нашу землю, чебоксарскую, чувашскую, и оставлять нам мирное небо над головой всегда. Вот. Возьмите, пожалуйста, Ольга Васильевна. Спасибо. Зал боевой славы носит имя 62-й гвардейской армии, имеет множество наград. С 2005 года ему присвоено почетное звание музея. Он является гордостью школы. По словам учеников, каждый из них считает за честь поработать экскурсоводом в музее. Дмитрий Точилов, Георгий Казнин, Александр Петров, Республика.